Друзья, всем привет. 25 сентября. Так, ну что, у нас состоялся стрим Андролампа. Как известно, русский Витязь победил 7-6. Все, конечно, должно было закончиться со счетом 7-2. 6-1 был, я выигрывал. На Кроуфорд проиграл, там ладно. Ну и при 6-2 там, конечно, затупил уже партия моя, стал рисковать держать. Ну, короче, все это обернулось 6-6, и еле-еле там путем неимоверных усилий бросков я вырвал 7-6. Поступило 19 прогнозов, 10 было на Андро, 9 на Лампу. Один человек угадал точно счет. Это Серега Ник Чемпик. Санкт-Петербурга. Чемпик. Ну, вот недаром Ник Чемпик, поэтому он как чемпион и предсказал точный прогноз 7-6 на Андро. Сухой прогноз никто не предсказывал. Самый распространенный счет, это если на Лампу там 7-5 ставили. И на меня самый распространенный 7-4, 7-5. Вот такие прогнозы. Вот такой конкурс в стриме состоялся. Был приз объявлен. Литр чачи. Домашний. Литр домашнего коньяка. И литр домашнего вина Кардинал. Все это уходит в Питер. Сейчас упакую и с деком отправлю. Следите дальше. Будут еще стримы. Будут, надеюсь, розыгрыши. Ну и кто хочет сразиться с русским Витязем, приезжайте в Витязево и попробуйте обыграть его. Друзья, ну вот получается, я отправил с деком обещанный приз за точный прогноз в стриме. В Питер ушел. Человек получит. Так что, ну, ждите новых конкурсов и прогнозов. Ставим лайки, подписываемся на канал.